Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы закончим разговор о песне о Нибелунгах. Основные герои должны погибнуть, как, в принципе, и следует из логики эпической поэмы. Ну, все должно закончиться катастрофой, которая последовательно приближается к самого начала. Ведь неким исторической конвой песни о Нибелунгах была гибель Бургундского королевства, уничтоженного гуннами, их могущественным королем Аттилой. Этот Аттила, или Эцель из песни о Нибелунгах, этакий добрый дедушка, этакий кот Леопольд, который, как мы увидим, до самого последнего момента хочет жить дружно, призывает к миру, пытается договориться тогда, когда уже кажется невозможным договориться, терпит совершенно недопустимые, вроде бы, для такого могущественного короля обиды. Конечно, Аттила был совсем не такой. Но песня о Нибелунгах писалась уже в другую эпоху. И перед нами некая вот мечта о благородном, куртуазном, могущественном короле из такой седой древности. Ведь в древности, по мнению многих вот древних поэтов, старых поэтов, было все гораздо лучше, чем в наше время. Золотой век, могучие герои, вот, щедрые, храбрые, верные своему долгу. И вот Эцель тоже предстает перед нами таким вот добрым, справедливым, хотя, пожалуй, все-таки излишне миролюбивым. Аттила был отнюдь не таким. Когда он увидел гостей, он сразу обратил внимание на Хагена, которого когда-то давно знал. И когда ему сказали, что этот человек, что самый суровый, и вы в этом скоро убедитесь, он удивился. «Как я могу увидеть, суров он или нет?» Неудоменно молвил король ему в ответ, то есть, ну, тому, кто сказал, что он суров. «Ведь он еще не ведал намерений жены, не знал, что ее родичи на смерть обречены. Я помню Альдерана, Альдерана – это отец Хагена. Служил он верно мне, и в рыцаре был мною за храбрость посвящен. Охотно с ним делился я золотом своим, и незаведную Хельгой он тоже был любим. Потом прислал он сына в заложники ко мне, и с Вальтером Испанским тот жил у нас в стране. Когда же Хаген вырос, он был отпущен мной, а Вальтер с Хидегундою бежал в свой край родной». Здесь некий намек на Вольтарию, другую поэму, о которой я уже вам рассказывал, когда мы приступали к разговору о песне о Нибелунгах, где тоже был одним из персонажей был Хаген. Там события немножко отличались по характеру и по, наконец, месту проведения. И Гунтер был королем франков, а не бургундов. То есть много там несовпадений между двумя разными произведениями. Но так и иначе, и там есть тема вассального долга, когда Хагену пришлось выбирать между побратимством, дружбой и вассальным долгом. Вот в песне о Нибелунгах Хагену выбирать не приходится. Это человек, твердо следующий своим принципам, готовый за них умереть и отправить на смерть, ну, наверное, полмира. В общем, пока вот издали Эцель обсуждал своих гостей, Хаген предложил своему другу Шпильману Фолькеру прогуляться в саду. Там они, два могучих рыцаря, сели на скамейку и стали ждать, как будут развиваться события. А между тем Кримхильда созвала лучших гуннских рыцарей и стала просить их помочь ей отомстить за ее былые обиды. Там в саду сидит мой враг, мой обидчик, тот, кто когда-то нанес мне смертельную обиду, смертельное оскорбление. Помогите мне отомстить ему. И сразу вызвалось 60 гуннов, готовых сопровождать Кримхильду и убить ее врага. Но Кримхильда понимала, с кем она имеет дело. Она сразу сказала, что 60 человек – это слишком мало, чтобы одной рукой с ними справиться Хаген. И собрала других воинов. Теперь уже нашлось 400 человек. Ну вот с такой свитой Кримхильда готова была идти на встречу со своим врагом. И вот когда Хаген и Фолькер увидели приближающихся хозяев,
то скрипач ему сказал: «Пора подняться нам. Сидеть не подобает при появлении дам. Кримхильда королева, и мы, не встав пред ней, уроним без сомнения себя в глазах людей. Клянусь нам нашей дружбой», — воскликнул Хаген в гневе, — «не выкажу почтения вовек для королевы, ведь если перед нею я с места подымусь, ее пальцы подумают, что ссоры я боюсь». Два разных взгляда на мир. Вот куртуазный Фолькер, друг Хагена, он для него, ну, самое страшное, самое неприятное — прослыть некуртуазным, прослыть неучтивым по отношению, во-первых, к даме, перед которой, само собой, учтивый рыцарь обязан стать при ее появлении. А уж если эта дама не просто дама, а королева, так и подавно, он просто обязан стать перед королевой. Но Хаген не куртуазен, как я уже не раз подчеркивал. Этот человек шел в песню из Нибелунгов из прошлых варварских времен, со своей суровой варварской моралью и со своей варварской честью, для которой самая страшная обида – это не прослыть некуртуазным, а прослыть трусом. И он решительно отказывается от совета Фолькера. И герои остаются сидеть. Причем Хаген вытягивает ноги и вдоль ног, так, чтобы особенно его было видно, пока кладет меч. Вот этот знаменитый Бальмунг, меч Зигфрида, который когда-то он отобрал у убитого им мужа Кримхильды. То есть Хаген не пытается достигнуть какого-то примирения, он идет навстречу судьбе. Ему была предсказана смерть. И он не пытается эту судьбу отдалить, избежать. Он, наоборот, все делает, чтобы, наверное, ее приблизить, приблизить во всеоружии, приблизить так, чтобы встретить судьбу, встретить свой последний бой таким образом, чтобы нанести обидчикам, врагам наибольший ущерб. Клинок в ножнах обшитых парчевую каймой, увидев рукоять его с отделкой золотой, и с яблоком из яшмы, зеленый как трава, заплакала Кримхильда, от горя чуть жива. Меч Зигфрида узнала она в оружии том, намеренно показан ли он был ее врагом. К себе поближе Фолькер придвинул свой смычок, который был столь длинен, тяжел, остер, широк, что при нужде владельцу он мог служить клинком. И завела с бургундами... И так и сидели на скамье, два витязя рядком. И Кримхильде было нужно в присутствии своих рыцарей получить последнее, решающее доказательство того, в чем она и так не сомневалась. Ей нужно было, чтобы Хаген признался в совершенном им преступлении, в убийстве Зигфрида. Она спросила у Хагена: «Кто вас позвал в эту страну? Зачем вы сюда прибыли?» Хаген ответил, что «меня не звал никто, но я хотел бы... Но я не могу своих господ не сопровождать, потому что я знаю землю гунов». Опять небольшое противоречие. Ведь вы помните, что Кримхильда специально просила передать послам, чтобы Хаген непременно был в гостях, и что она его ждет. Она сказала: «Хаген, признайтесь сей же час, известно ли вам, за что я так ненавижу вас? Вы Зигфрида убили, супруга моего, до смерти не устану я оплакивать его». «Давно мне все известно», — Кримхильде молвил он. «Да, я тот самый Хаген, кем Зигфрид был сражен. Его собственноручно я смел с лица земли за то, что бранью вы до слез Брунхильду довели». То есть Хаген не пытается уклониться от ответственности, скрыть что-то. Он идет навстречу судьбе. Он все уже давно решил. Кримхильда, услышав это признание, призвала своих рыцарей мстить. Больше слушать ничего не надо. Убейте его. Гунны, переглянувшись, решили, что затевать сражение с такими великими героями им совершенно бесполезно. Один из них промолвил: «Что ж мы молчим, друзья? Исполнить обещание отказываюсь я. Зачем нам после смерти богатство, власть и честь? Из-за супруги Эцея мы все поляжем здесь». И поэтому все 400 гунов, пятясь, отступили к своему позору от Хагена и Фолькера. И, в общем, таким образом, этот первый бой, еще пока бескровный бой, выиграли гости. А между тем, после этого они вернулись обратно во дворец, а Эцель
бросил государям. Клянусь гостям таким, столь долго ждать свидания с хозяином своим. Видите, чтоб немедля к нему впустили вас. Тогда разбились вести на пары сей же час. Обращаю внимание, вот пока Хаген ходил в сад с Фолькером, пока Кримхильда собирала вначале 60, а потом 400 рыцарей, пока у них была такая перебранка с Хагеном и Фолькером, в это время во дворце у Эцеля не происходило никаких событий. Вот как бы короли вот как бы встали где-то там на пороге зала, так они как дураки и стояли. Пока, наконец, Эцель не вспомнил, что вот пора гостей уже, пора и подойти поближе. И только после этого они стали развиваться на пары, приближаться. Ну, еще одна, повторяю, особенность эпического времени. То есть мы уже сталкивались с его с проявлениями в «Песне о Нибелунгах». Параллельные события невозможны. То есть вот события развиваются линейно, последовательно. Вот пока в одном месте события продолжаются, в другом они... Вместе они как бы приостанавливаются. И здесь все возобновляется точно в том месте, в каком оно как бы приостановилось. Вот параллельных событий в древнем эпосе нет. Ни в поэмах Гомера, ни в «Песне о Нибелунгах», ни в русских былинах. Такого не может быть, что вот пока Илья Муромец там лезет и сражается с Соловьем-разбойником, в это время князь Владимир о чем-то там разговаривает со своими боярами. Нет, вначале Илья Муромец сражается с Соловьем-разбойником, потом князь Владимир разговаривает с боярами, потом Илья Муромец снова лезет, но никак не одновременно. Вот нет в древнем эпосе одновременных событий. Это тоже проявление эпического времени. Ну, и вот гостям были отведен огромный зал, где все 1000 рыцарей смогли свободно разместиться, поставлены для них роскошные ложа. Что до слух, то им тоже отвели подходящие для них помещения. Ну и, соответственно, на следующее утро гости должны были пойти в храм на заутреннюю службу. И опять же, по совету Хагена, бургундцы пошли на службу в доспехах. Когда Эцель увидел их в доспехах, пришедших в храм, он удивился и спросил, почему вы так в таком необычном наряде явились в храм на службу. На что Хаген ответил, что вот у нас в Бургундии есть такой обычай, что когда мы оказываемся где-то в гостях, мы первые 3 дня выходим на службу, пируем исключительно в доспехах, не снимая доспехов. Кримхильда побледнела от злости. Она поняла, что она не сможет безнаказанно напасть на своих врагов. Но сказать своему мужу о том, что это обман, что такого обычая у нас в Бургундии нет, ведь она тоже бургундка, она тоже сестра трех королей, она не могла, потому что тут же начнет выяснять, а почему они такое выдумали, а что... Как вы, какая у вас, между вами вражда? В общем, в конечном итоге Эцель может ведь их и помирить. А Кримхильде был мир не нужен. Она позвала своих братьев, чтобы мстить им. Ну, в первую очередь, конечно, чтобы мстить Хагену. После этого... Да, ночью герои... Когда ночью, накануне вот этой заутренней, еще когда... Все нибелунги спали, Фолькер и Хаген стояли на посту. Они охраняли покой своих хозяев. Среди ночи гуны попытались к ним подкрасться, но когда увидели, что на посту стоят 2 таких великих воина, они опять же трусливо бежали. И Хаген хотел был, то есть Фолькер хотел даже за ними погнаться. Но Хаген объяснил, что нельзя покидать свой пост, что мы охраняем покой наших друзей, наших сеньоров. Враги не отзывались. Тогда Фолькер стал их бронить вслед. Враги не отзывались, язык сковал им страх. Тьфу, трусы и злодеи, вскричал герой в сердцах. Во сне хотели, видно, вы смерти нас предать. К лицу ли честным витязям на спящих нападать? Итак, ночью нападение не удалось. Утром
тоже герои пришли в храм во все оружие, а затем начался турнир, в котором, в честь гостей, в котором гуны и бургундцы участвовали вместе, сражались друг с другом в этом большом потешном бою. И когда Кримхильда входила и выходила в храм, когда она подходила к тому месту, где проходил турнир, каждый раз Хаген и Фолькер снова унижали королеву гунов. Оставляли ей такой узкий проход между ими двоими, одетыми в доспехи воинами, что ей приходилось протискиваться. Но Эцель, который хотел жить дружно и не ссориться, он делал вид, что не замечает подобной невежливости по отношению к своей супруге. И вот во время турнира но тот могучий Шпильман заметил, что на двор какой-то гун пригожий влетел во весь опор. Пышнее любой из женщин был висеть разряжен. Понравится одной из них, хотел, наверное, он. «Не упущу я случай», — сказал скрипач друзьям. «Сейчас при дамах рухнет, седла любимец дам. Вы только не мешайте мне проучить его. А коль Кримхильда взбесится, так что нам до того?» «Оставьте, — молвил Гунтер, — намерение свое. Коль ссора неизбежна, не мы начнем ее». Но и к приказам осторожного Эцеля, и к приказам осторожного Гунтера их слуги, их вассалы уже мало прислушивались. Война должна была начаться. И Фолькер выбил из седла и нанес такой удар вот этому разряженному гуну, что тот упал на землю мертвым. Кстати, остается только предположить, как же этот гун был разряжен, что показался Эцелю, как бы мы сказали бы, таким пижоном, что вот он так вот явился в таком наряде. Но ведь, если вы помните, на Эцеле 12 золотых браслетов, подаренные им женой марграфа Рюдигера. Это, видимо, считалось чем-то очень скромным, очень таким небольшим украшением, 12 золотых браслетов. Родственники убитого гуна в ярости вскочили, чтобы мстить за него. Помните, кровная месть и тогда имела большое значение. Но когда за меч схватился один марграфов друг, у гуна Эцель вырвал оружие из рук и разогнал буянов в сердцах на них, крича: «Меня вы опозорите, напав на скрипача! Я видел, как он дрался и как врага убил! Не умысел, а промах тому виной был! Ему я не позволю обиду нанести, и долг гостеприимства впредь заставлю вас блюсти!» Итак, его жену уже успели оскорбить, и не раз. Его рыцаря убили во время такого потешного турнира, который не должен был сопровождаться смертями. Но Эцель все еще надеется жить дружно со своими гостями. Он пытается не допустить того исхода, который в сущности уже предрешен. И вот во время пира Кримхильда подошла к... Вот здесь такой вот пир, нарисованный одним из современных художников. Пир. И вот во время этого пира Кримхильда подошла к самому могучему из своих гостей, к Дитриху Бернскому. Я подчеркиваю, Дитрих — это не вассал Эцеля, это гость. И хотя, как мы узнаем из следующей лекции, Дитрих многим был обязан Эцелю, он не давал ему вассальной клятвы и не обязан был за него воевать. И поэтому, когда Кримхильда попросила Эцеля и его старого воспитателя, мастера Хильдебранта, чтобы они помогли ей отомстить ее врагам, то Дитрих довольно грубо, хотя, как в песне «Нибелунгах» сказано, учтиво, сказал, что он не может исполнить эту просьбу. Между вашими родными и мною счетов нет, и в ход пускать оружие мне против них не след. Тогда Кримхильда обратилась уже к одному из своих вассалов, к марграфу Блёделю, которому она пообещала много земли, золота и, самое главное, помочь осуществить его давнюю мечту – жениться на той девушке, на которой он давно уже мечтал жениться, но отец которой был против этого брака.
И тогда, когда услышал Блёдель про множество наград, из коих был невесте, всего сильнее рад, и решился за Кримхильду он обнажить свой меч. Костьми из-за нее пришлось ему с дружиной лечь. Промолвил он невестке: «Вернитесь в зал опять, а я уж постараюсь внезапно шум поднять». И вот Блёдель, собрав своих дружинников, отправился к тому месту, где отдельно пировали 9000 слуг. Этими слугами командовать, руководить поручено было младшему брату Хагена Данкварду. Когда к столпам бургундов направил Блёдель шах, поднялся Данквард с места, и гун умолвил так: «Вам, государь мой Блёдель, мы рады, как всегда. Поведайте, что вас прийти заставило сюда». Надменно Блёдель молвил: «Не радуйся, пришлец. Приход мой означает, что ждет тебя конец. Расплатишься ты нынче за братнину вину. За то, что Хагеном сражен был Зигфрид в старину», — воскликнул Данквард. «Полно. Уже и мы должны жалеть о том, что были к друзьям приглашены. Когда скончался Зигфрид, мне было мало лет, и не обязан я держать за смерть его ответ». Ну, здесь вариант, место, которое, ну, позволяет себя интерпретировать по-разному. Вы помните, что Данквард вполне был зрелым мужем, когда убивали Зигфрида, и тоже был одним из участников заговора, что Данквард сопровождал Зигфрида, Гунтера и Хагена во время их поездки в Исландию, когда Зигфрид помог Гунтеру добыть для себя в жены Брунхильду. То есть, то ли Данквард пытается, ну, уйти от ответственности, обмануть своего собеседника, а может быть, это просто некое искусственное соединение разных песен, некая ошибка переписчика, ошибка поэта, который уже успел забыть о том, об этих деталях, связанных с началом поэмы. И поэтому вот такое противоречие получается. Его убили Хаген, Гунтер и Хаген, а за это тебе придется, тебе платить придется, с обеими в расцветы. Коль так, ответил Данквард, стоите на своем, мне жаль, что столковаться пытался я с врагом. И выскочил проворный из-за стола герой, вытаскивая на ходу клинок блатный свой. Одним ударом гуну снес голову он с плеч и пнул ее ногою, сказав такую речь: «Сей свадебный подарок ты в гроб возьмешь с собою, хотя невесту Нидунга ты и не звал женою». И начался бой. Слуги были безоружны, из всех слуг вооружен был только Данквард, но они дорого продали свою жизнь. Кто был не при оружии, тот в ход пустил с камью, столы, кувшины, стулья. Сгодилось все в бою. У смельчаков и слуги бывают смельчаками. На гунах челюсть шишаки дробила рундуками. Без шлемов и доспехов дрались бургунды так, что выбит был из зала вооруженный враг. 500 или больше гунов та схватка унесла. Ручьями с победителей кров недруга стекла. Но, тем не менее, все 9000 слуг были в этом бою перебиты. Мы видим, что, опять же, как положено в каком-то эпическом сказании древнем, все, вначале погибают люди поплоше, менее знатные, и об их смерти рассказывается скороговоркой. Потом начинают погибать люди познатнее, и в самом конце должны погибнуть самые главные, самые знатные персонажи. Все в соответствии с их феодальной иерархией. Что до Кримхильды, то она сделала все, чтобы примирение было невозможным. На пир она привела своего маленького сына, помните, что ему должно было быть где-то около 6 лет, и посадила недалеко от Хагена. Когда маленького Ортлиба привели в зал, где шел пир, так вот, здесь вот как раз тоже средневековый пир изображен, то, увидев своего сына Хаген, то есть Эцель, который хотел мира и дружбы со своими гостями, сказал, что я буду очень рад, что если моего Ортлиба возьмет к себе на воспитание Гунтер. Ну, честь на самом деле, это сомнительная, потому что
опять же, по обычаям того времени, то есть существовал обычай отдавать на воспитание своего сына в чужую семью у феодалов. Но эта семья должна быть непременно менее знатной. Владетель трони молвил, то есть владетель трони – это хаген. Зачем на воспитание брать с нашим государем левода возмужания? Ему, судя по виду, совсем недолго жить. Едва ли я буду ортлибу когда-нибудь служить. На неучтивца глянул хозяин, помрачнев, но не сказал ни слова, переборол свой гнев. Но в сердце уязвленном тревогу ощутил. Увидел это явственно, что хаген не шутил. Ну, у многих народов есть поверье, что тот, кто должен скоро умереть, на нем лежит некая печать смерти. Но вот просто еще одна маленькая деталь, в каком Эцель, его жену оскорбляет, а его сыне, ему в упор говорят, что вот твой сын скоро сдохнет, мол, недолго ему жизнь осталась, судя по виду. А Эцель, ну, делает вид, что ничего не происходит. Все хочет мира и дружбы. И тут в зал, где шел пир, ворвался Данквард, залитый кровью. В залитых кровью доспехах. Как Гуна, не пытаясь ему задержать, он оказался в этом зале. Хаген встревожился, увидев, что его брат в крови. «Оставься, страх напрасный. Ваш Данквард жив, здоров. Я мокр от крови красной. Но это кровь врагов. Их уложило столько, что сбилось бы со счета. Когда бы трупы сосчитать, пришла бы мне вдруг охота». И тогда Хаген попросил Данкварда встать у выхода и не выпускать, и не впускать никого. А сам же повернулся к маленькому Ортлибу. На Ортлиба обрушил жестокий Хаген меч, и голова ребенка, слетев со слабых плеч, Кримхильде на колено. На колени упало тяжело. И тут кровопролитие у Витязей пошло. Фактически Кримхильда пожертвовала ради мести своим сыном, потому что она не случайно посадила маленького Ортлиба рядом с Хагеном. Ей хотелось, чтобы в случае гибели мальчика примирение между Эцелем и ее братьями стало бы невозможным. А Хаген идет навстречу судьбе в очередной раз. Увидев, что брату тяжело, он попросил своего друга Фолькера помочь ему, и таким образом Данквард охранял вход в зал, а Фолькер – выход. И тогда перепуганный Кримхильдов обратилась к одному из участников пира, к Дитриху Бернскому. Я повторю, это один из очень важных героев немецких сказаний, ему посвящено много поэм, его борьбе со своим зловредным братом Эрменрихом. Вот как раз есть один из подвигов Дитриха Бернского. А это его старый воспитатель Хильдебранд. Об этой истории мы еще будем говорить, о том, как Хильдебранд, подобно очень многим древним героям, сражается с собственным сыном. Подобные мифы есть у многих народов. Илья Муромец, например, сражается со своим сыном Сокольником, который пошел с врагами на Русь. Вот Рустам из Шахнаме сражается со своим сыном Сахрабом. И Хильдебранд тоже ему тоже суждено сражаться со своим сыном. Ну, впрочем, об этом мы будем говорить позже. Итак, Кримхильда обратилась со слезной мольбой к владыке Амелунгов. Амелунги – это как раз род Дитриха Бернского. «Спаси меня, герой, и помоги мне с мужем покинуть этот зал, ведь коль Хаген подойдет ко мне, мой смертный час настал». Но Дитрих ей ответил: «Как помогу я вам? В опасности смертельной я нахожусь и сам». Но тем не менее Дитрих решил помочь Эцелю, тем более, что эта помощь не предполагала участия в противоборстве на той или иной стороне. Просто речь шла о том, чтобы выйти из зала. Он спрыгнул на стол и стал собирать своих воинов, бернцев. Тем
собрались вокруг него Литва. Гунтер увидел, что Дитрих собирает бойцов вокруг себя. Он встревожился, ему не хотелось иметь в земле гуннов еще одного лишнего врага, тем более, что он считал Дитриха своим другом. Велел прекратить бой. И, в общем, между сторонами было заключено перемирие. Да, вот, может быть, вот так стояли Фолькер и Данкварт во время этого боя. Ну, суть договора была в том, что он должен позволить Эцию, Кримхильде, а также его Бернсам покинуть зал. А дальше уж валюйте сколько хотите и с кем хотите. Тут же встал Рюдигер из Бехларина, который попросил разрешения, чтобы и его бехларинцам тоже разрешили выйти из зала. Итак, 600 бернсов и 500 бехларинцев покинули зал. К ним попытался перестроиться один из гуннов, но Фолькер на пороге его опознал и тут же убил. И после этого, соответственно, Дитрих обнял вот так вот одной рукой Кримхильду, а другой Эцеля, и тоже под защитой Дитриха Бернского король и королева гуннов покинули этот зал. После этого битва возобновилась. И в ходе этого боя все 7000 гуннов, которые были в зале, а зал, видимо, был какой-то уж очень большой, сколько там народу было, 1000 бургунцев, вот 7000 гуннов, еще там бернцы, бехларинцы, еще кто-то там был. В общем, 7000 гуннов погибли. После этого их выбросили из зала, по совету того же Хагена, чтобы под ногами не путались. Был кое-кто из гуннов и ранен-то слегка. Уход за ними спас бы им жизнь наверняка. Падение же добило кримхильдиных мужей к великому прискорбию их плачущих друзей. Фолькер начал насмехаться над гуннами, что, мол, трусы, вместо того, чтобы плакать над друзьями, их надо лечить. Но когда один из гуннов попытался вынести своего раненого брата, то Фолькер и его убил копьем. Тогда Хильда же призывала гуннов и других своих вассалов на бой. Вот здесь как раз брошенное копье, рядом с убитым воином стоит Кримхильда и призывает гуннов сражаться с ее врагами. Датчанин Иринг пообещал Кримхильде, что он поможет ей в ее месте. И вот он стал вызывать Хагена на бой. Потом Хаген, конечно, вызов принял. И когда Иринг приблизился, его вассалы попытались его сопровождать, и ему пришлось приложить довольно много усилий, чтобы заставить датчан отступить, и чтобы бой был один на один. Во время первого боя он ворвался в зал, сражался то с Хагеном, то с Гунтером, то с младым Гизельхером, и убил 4 бургунцев. Но в конце концов млад Гизельхер ранил его. Он упал, сделав вид, что лежит мертвый. А когда по голосам услышал, что враги вроде бы далеко, вы понимаете, здесь такая вот деталь, почему он мог понять, что враги далеко только по голосам. Взобрали, он же был в шлеме рыцарском, то есть вот можно было видеть только то, что непосредственно перед тобой находится. По бокам он смотреть не мог, тогда пришлось бы вертеть головой, и все поняли бы, что он жив. Он вскочил, вот когда посчитал, что момент благоприятный, и на выходе снова сразился с Хагеном и даже нанес ему легкую рану. И после этого прорвался обратно к своим друзьям, необыкновенно гордый вот этой удачей. Впервые удалось ранить самого великого Хагена. Хаген стал насмехаться над ним, что это рана пустячная, стал вызывать его на новый бой. Кримхильда дала ему новый щит, помогла снова снарядиться. И в этом упорном, тяжелом бою Иринг получил вначале очень серьезную рану, а потом муж Гунтера нагнулся и, подобрав копье, метнул в противоборстве оружие свое, застряло в лобной кости у Иринга оно, знать было выйти в тот день, погибнуть суждено. Он до своих добрался в предчувствии конца, но снять шишак датчанин нам не удалось с бойца, пока копье из раны не вырвали они, и рухнул навзничь удалец под крик и плач родни. Умирая, Иринг посоветовал своим вассалам не принимать от Кримхильды никаких подарков, то есть не брать на себя никаких обязательств
перед ней. Но они, конечно, своего умирающего господина не послушались, пошли мстить, и все как один пали мертвыми. Наступил вечер. Кримхильда, то есть бургундцы попытались в последний раз вступить с Сальцелем в переговоры. И когда они напомнили ему, что вы же первые на нас напали, вы убили ни за что наших слуг, на что Эцель ответил, что мои обиды нельзя сравнивать с вашими, что я лишился сына, лишился лучших воинов, и что между нами не может быть мира. И тогда Гунтер попросил: хорошо, если вы хотите нас убить, то убивайте хотя бы на открытом воздухе, а не в этом зале. Коль нам конец назначен, пускай скорее придет. Дружины ваши свежие, число их все растет. Заколебаясь гуны, Эцель был готов с согласием ответить на просьбу пришлицов. Но Кримхильда снова вмешалась, сказала, что нельзя их упускать из зала. И тогда Млад Гитлихер напомнил ей, как они когда-то были дружны, и что он не понимает, почему Кримхильда хочет его смерти. Кримхильда, подумав, сказала, что она готова пощадить своих братьев, пусть возвращается обратно на Рейн, в свою Бургундию, но пусть оставит как заложники в своей верности мне Хагена. Ну, понятное дело, какова судьба ждала бы Хагена, если бы он остался у Кримхильды заложником. И, конечно же, короли, верные законам чести, не позволили отдать своего вассала на смерть. И бой возобновился. Кримхильда снова стала призывать своих воинов мстить, сражаться. И в этом бою снова несколько тысяч гунов. Ну, в данном случае, в этом вечернем бою погибло не несколько тысяч, а 1200 бойцов, то есть 1200 человек. Все до единого пали мертвыми. И тогда Кримхильда, собрав новых воинов, уже настала ночь. Да, вот здесь тоже сражается Фолькер, как вы видите, со своей знаменитой скрипкой. Вы помните, что его смычок мог служить для него и боевым оружием. А вот, когда настала ночь, Кримхильда велела поджечь зал, чтобы сжечь своих врагов, чтобы они погибли в огне. Один из Нибелунгов воскликнул, что я умираю и от жара, и от жажды. На что Хаген посоветовал взять, коль нет воды и вина, взять силы у своих врагов. И сам напился кровью из тела одного из только что убитых им гунов. Таким образом, Нибелунги утолили свою жажду крови своих врагов, встали около стен зала, так чтобы, прикрывшись щитами, вот как на этом рисунке показано, сейчас, чтобы головни с крыши летели на их щиты, и чтобы их потом их сбрасывать и затаптывать ногами. И на утро снова возобновился бой. И снова тысячи гунов пали при штурме этого зала. И тогда, когда казалось, что резервы Кримхильды и Эцеля заканчиваются, один из гунов вспомнил, что вот Рюдигер-то вассал ваш, а он не сражается, никак вам не помогает. Разгневанный Рюдигер дал такую оплеуху этому гуну, что тот упал мертвым, но слово было сказано. И Кримхильда, и Эцель напомнили ему о его вассальном долге. Рюдигер сказал, что я не могу сражаться с своими родными, что один из королей, Млад Гитлихер, это жених моей дочери, и к тому же я был их проводником, я их сам привел в эту страну, и для меня величайшим бесчестием было бы убить своих друзей. Но Кримхильда напомнила ему о клятве. Помните, что тогда, когда она решала выходить или не выходить замуж за Эцеля, Рюдигер, встав на колени, дал клятву, что если ей понадобится за кого-нибудь отомстить, он тут же это сделает, незамедлительно. Отомстит за Кримхильду ее врагам. Рюдигер предложил взять у него все замки, все золото, все, что он когда-то получил от Эцеля, я готов улететь с одной суммой. Но этот вариант был недопустимым, потому что, в принципе, конечно, вассал мог покинуть сеньора, вернув ему лен или феод, который он от него получил. Но вначале он должен исполнить был все равно его приказ, последний приказ, который ему дал сеньор.
Вот поэтому, ради бога, можешь уходить, можешь возвращать замки, но вначале ты должен исполнить приказ. То есть в данном случае должен вступить в войну с бургундцами. И тогда опечаленный Рюдигер собрал своих воинов, и отправился в тот зал, где ждали своей судьбы Нибелунги. Увидев его, Млад Гитлер обрадовался. Он решил, что Рюдигер пришел ему на помощь. На что Фолькер не поверил этому. Сказал, что похоже, что за землями, замками Рюдигер нас решил продать. Ну, так иначе он пришел, сказал, что я к вам пришел не бургунды не с миром, а с мечом. То есть я раньше другом вашим был, а нынче стал врагом. Они пытались его отговорить от этого боя, но он напомнил им о том, что он вассал и должен выполнять свой долг, и что я не хочу сражаться, но я обязан сражаться с вами. И перед боем он сделал своим врагам последние подарки. Например, Хагену он подарил свой щит. На что Хаген пообещал ему, что он не будет с ним сражаться. И Фолькер тоже обещал, что не будет сражаться с Рюдигером. И поэтому, что они будут сражаться с другими бахларинцами. И вот во время этого боя Рюдигер несколько раз прошел из конца в конец залы, убил очень многих бургундов. Но в конечном итоге Гернот, средний из братьев, вступил с ним в бой, взметнул над головой он Рюдигеров дар, и кровью истекая нанес такой удар, что меч завязки шлема рассек, пройдя сквозь щит, и удаец бахларинский был наповал убит. С марграфом рядом рухнул его недавний враг, и Хаген, это увидав, в сердцах промолвил так. Ну, в общем, погибли. Начинают гибнуть вот, уже великие герои. Гернот, средний из королей, погиб. Но зато погибли и все бахларинцы. И тогда Дитрих Бернский узнал, до него дошел какой-то шум, плач, что все плачут, и он решил выяснить, правда ли убит Рюдигер. Это большая потеря, если он убит, он послал своего воспитателя старого Хильдебранта выяснить, что случилось с Рюдигером. Тот стал снаряжаться, и к нему подошел его племянник, пылкий воин, Вольфхард, и стал убеждать прийти во всеоружие, чтобы иначе с тобой бургунды даже разговаривать не станут, если ты придешь без доспехов. И внял старик советом горячего линца. Едва вооружиться успел он до конца, как Бернс окружил его со всех сторон, был этим Хильдебранд Сидоль немало удивлен. И тоже, опять же, ему сказали, что вот одному идти бессмысленно, нужно идти в сопровождении дружины, только тогда тебе выдадут его тело. И вот, да, вот эта картина из иллюстрации 19 века, она так и называется «Смерть Рюдигера». Вот смерть их. Когда известно стало, что впрямь марграф убит, все дитриховы люди заплакали навзрыд, текли у бернцев слезы со щек, бород, усов, уныне преисполнило сердца их бойцов. И они стали просить у бургундов, чтобы они выдали тело, тени для почетных похорон. И поскольку те немного промедлили, там молодой Войхвард стал говорить, что нам нечего просить то, что мы должны требовать. На что Фолькер ответил ему, что «Что ж, если вы так любите Рюдигера, пожалуйста, идите сюда, возьмите его тело». Войхвард напомнил, что ему Зихтерих запретил вступать в бой, за что получил очередную порцию насмешек, что вот блюдет запреты тот, кому их малодушие нарушить не дает. Хильдебранд попытался остановить бой, хотя Войхард уже выхватил меч и рвался в сражение, но за что и получил тоже оскорбление со стороны гостей. Мол, пустите львенка, вам, старику, с ним все равно не сладить. И разъяренный Хильдебранд бросился в зал, и начался еще один бой, в котором большая часть героев погибла.
Среди бернсов особенно отличался герцог Зигштаб, который несколько раз прошел из конца в конец большого зала. Заклокотала ярость у Бурнс в груди у скрипача, когда увидел Фолькер, как Зигштаб бьет с плеча, и по кольчугам вормсов ручьями кровь течет. Он подскочил к противнику, и герцог Свольчерет, изведовской искусственный бургундский науки ратный, взметнул могущий пильман высокий меч булатный, и дух отважный бернс на месте испустил. На старый Хильдебранд врагу за друга отомстил. На шпильман они свергся такой удар клинка, что раскочились стяжки, считая шишака, осколками стальными. Вокруг покрылся пол, плашмя упал лихой скрипач, затих и отошел. Фолькер погиб от руки Хильдебранта. Погиб Данкварт в сражении тоже с одним из бернсов, Хельфрихом, которого тоже успел убить. То есть они друг друга убили. В общем, бой кипел. Конечно, млад Гизельхер должен был погибнуть в сражении со своим ровесником. И в этом бою молодой Фолькер, то есть млад Гизельхер сразился с молодым Вольфхартом, племянником Хильдебранта. И оба получили смертельные раны. Хильдебранд попытался вынести своего умирающего племянника из зала. Но тот, придя в себя, сказал, что мне не властен уже никто помочь. И вы, любезный дядя, бегите лучше прочь, чтоб не нанес вам Хаген ущерба и вреда. Родни мои, велите не горевать напрасно, от слез мертвец не встанет, а смерть моя прекрасна. Ведь я на поле чести нашел себе конец, и победил меня король, а не простой боец. То есть быть убитым королем считалось самой хорошей смертью для рыцаря. А убить уже самому при этом короля – это самый лучший финал. Итак, Хильдебранд ушел тяжело раненый из зала. И таким образом из бернсов остался в живых один Хильдебранд, а из бургундов в живых осталось двое – Хаген и Гунтер. Об их печальной судьбе мы узнаем из следующей лекции. Всего вам доброго.